Физико-математической школе НГУ 55 лет. Сегодня юбиляра поздравили руководители региона, депутаты и выпускники прошлых лет. В Новосибирске многие вещи делались впервые в мире, в том числе и в сфере образования. Мы сегодня удивляемся вот такому перспективному, стратегическому видению легендарного ученого и организатора Михаила Алексеевича Лаврентьева. Действительно, здесь была создана первая специализированная физмат-школа не только Советского Союза и всего мира. Этот опыт был настолько успешный, что был растиражирован и по территории СССР, и далеко за его пределами. Сегодня ученые и бизнесмены, которые в далеком 1963 году стали первыми учениками ФМШ, рассказывают свои истории об особенностях учебы в физмат-школе, как это повлияло на их жизнь, кто сегодня занимает ответственный пост или руководит бизнесом. Школа-интернат носит имя основателя, академика Михаила Лаврентьева. Он настаивал на том, чтобы идея обучать одаренных детей со всей страны в особых условиях и атмосфере была реализована. И все получилось. За 55 лет работы физмат-школу окончили 14,5 тысяч учеников. Многие получили ученую степень, докторов наук и кандидатов.